На Байкале перевернулась аэролодка. Инцидент произошел в районе поселка Большое Голоусное. Известно, что на борту находились 6 человек. 4 из них смогли выбраться самостоятельно. Остальные остались внутри судна и утонули. На месте работали сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России. Они подняли тела погибших на поверхность. Предварительно установлено, что к трагедии привело грубое нарушение правил плавания и перевозки пассажиров.